Друзья, всем привет! Мы продолжаем выпуски с Андрюхой Зубковым. Сижу я такой где-то полгода назад. Андрюха мне пишет с бухты-барахты. Витян, я хочу дать тебе интервью и показать тебе все свои кроссовки. Мне было так тепло на душе, да? Я тебе признаюсь, я говорю, ё-моё. А потом ты вообще оказался в клубе МБА. Все сложилось. Сегодня, мне кажется, мы в такой комнате. Святая святых. Святая святых. Да. Святая святых Андрея Зубкова. И мы начинаем супер обзор. Все сникерхеды в комментариях, пожалуйста, пишите. Возможно, у вас есть круче коллекция, поэтому... Тогда к вам приедем и посмотрим. С Андрюхой, потому что если вы видели вот выпуск, который был с площадки и интервью, я себе коллегу на сезон уже нашел. Надеюсь, на дочь. Все, погнали. Андрей, расскажи, пожалуйста, в чем и вообще где Святая Святых? Как она построилась и для чего вообще это все нужно? Построилось это как? Мы купили этот дом, и здесь была комната. Изначально все это ездило со мной из Москвы в Питер, все напихано. У тебя есть отдельный грузовик для этого все? Ой, ты не представляешь, как это было. Мы когда заказывали перевозную компанию, я насчитал примерно 20 коробок вот картонных. Да. У меня еще все было практически в коробках. Ну и когда закончили, все разгребли, я смотрю, есть комната. А мне всегда хотелось, я называю это как кабинет. Да. Свой кабинет я здесь себе сделал. Телевизор и игровых приставок куча. Ну, чисто ушел сюда и забыл. Да. Ну и все, и потихоньку пошло, поехало, купил коробки специальные, наставил полок. Захотелось такую историю, вот эту вот картину. Все, ну, как бы, это не просто кабинет, это и кроссовочная, и кабинет, все, чтобы это совместить. Вызвал ребят, ребята приехали, нарисовали. В целом прикольно получилось. Ты до 16 лет не смотрел баскетбол. Да. Потом вдруг что у тебя щелкнуло, что у тебя появилась вот такая вот... Щелкнуло, мне кажется, меня в 27-26. Ты не знаю, как-то раз пару купил, два пару купил. Все покупалось стандартный Джордан, как я не могу назвать их стандартные. Потом я начал больше... Не началось с стандартных, а закончилось нестандартных. Потом начал узнавать, что есть такой Off-White, есть такой Dunk Low, там как-то Джек появился, и пошло. Потом я поехал в Америку, из Америки возил два баула кроссовок. Я когда во Flat Cup зашел, я шел вот так. Ага. Сколько оставил там? Договори уже. Ну, дорого. Вот я одну пару нет. Это все из Америки я привез. Да. Кроме черных и серых. Их я покупал здесь. Они были в сникерхеде, по-моему, я их брал здесь. Но вот эти вот, которые тебе понравились. Да. 1200, по-моему, долларов они стоили на тот курс еще. Ну, тогда тот курс еще был такой. Не сильно колючий. А трогать можно? Конечно, можно. Что хочешь делать. Скоро стартует баскетбольный сезон в Единой лиге ВТБ, в NBA, и вы можете с интересом смотреть эти игры, перейдя в мой телеграм-канал, ссылочку прикрепляю в описании, и там в закрепленном посте вы можете воспользоваться всеми условиями партнерской акции. Твоя первая была какая пара? Давай, которая вообще у тебя была, а потом покажешь из этой коллекции. Ну, по-моему, вот, это я еще в Лока играл, точно. Я покупал, мы приезжали в Москву. И они так сохранились? Да, и причем я их часто юзал. Покупал лет 8-9 назад, наверное, мне кажется, они сохранились. А я ношу, я же приду, потом все протру и все. А, то есть ты ухаживаешь за обувью? Ну, конечно. А первая твоя игровая пара, вот Нет, у меня в чем я играю, отдаю куда-то. А самая первая? Да. Китайские, на китайском рынке в Челябинске. Такой даже фирмы, мне кажется, существовало. Какой-нибудь Спранди. Ну что-то. Спалдинг. Не-не-не-не-не. Прям там 361, по-моему. Там вот еще баскетболист такой был нарисован. У меня первая пара была, я тоже пошел с мамой на рынок и купил Спранди. Высокие такие сапоги. Ну, нормально. Нет, потом... подожди, вообще первая пара была у меня эксперименталки. Конверс. Ну вот такие вот. Ну только белые, классики. Слушай, ну неплохо. И как ты в них? А, ну, отбивал ты себе ножки. Но мне кажется, ты тогда понял, что ты будешь первым номером играть в Челябинске. Это... А вторые, третьи были, это шоксы. Ой, шоксы хорошие. Да, сейчас пытался найти, на eBay есть, но я хочу на полной подушке шоксы найти, которые были бело-синий, красный. Ну, картер в них тогда. Да, картеровский, но это очень все тяжело. Самая дорогая пара здесь. Смотри, вот, давай придем вот кактус Джеком, к первым, самым высоким. Да. Спасибо моим друзьям из сникерхеда. Да. Сколько, за сколько я ее купил? За 30. Нет, оригинальная цена у меня на какой-то коробке даже написано. 14 тысяч рублей она стоила. Сейчас, если кто пользуется StockX'ом... Хорошо, потому что у нас будет интерактив, мы будем угадывать цену кроссовкам. Ну, и я загадал эти. Будем менять? Или ты попробуешь угадать?
Я помню, приблизительно, там же цена варьируется, да. которым они сейчас, ты их можешь выкупить, там, $2000. Да. Но, типа, последняя продажа, там, 1400-1500 баксов. Будем. И все зависит от размера. Ну, ничего, я переведу в рубли, и ты запутаешься 100%. Вот это дорогая, поэтому я самая любимая, очень расстроился, мы когда выиграли чемпионство, я к ним пошел на закрытие. Ну, вы сами знаете, что такое закрытие, когда чемпионство. Ну, это микрофон упал в караоке. Да, я немножечко фальцанул их об бордюр. Ну, это все восстанавливается. Ну, эти я их надевал раза 4, наверное. Это вот одна из любимейших моих пар. Их я прям обожаю, они очень крутые. Но они тоже, я думаю, до 2000 долларов. Это космос. А вот это почему такие красивенькие? Это спайдермены. А. Это когда вышел мультик, по-моему, так. Это вот вышли эти спайдермены. Ну, все, вон оно, все новое, все не носилось. Это спайдики. Самая дорогая пара и самая любимая. Есть разница? Нету. Ну, то есть, вот это твоя самая любимая пара? Да. Серьезно? Я просто не могу. В чем фишка вообще обуви? Да. Ее хочется одеть. Да. Понятно, ты одеваешь обувь для себя, все круто. А у нас половина не понимает вообще, что у тебя на ногах и как бы для чего это, зачем вот это ты одел это все. Ну, по факту. А вот было, я не знаю, ты путешествовал по разным странам, ты надел крутую пару обувь и ее заценили. В Америке. В Америке. В Америке, да. В магазины заходишь, и вау, вау, ну, типа, это у них все равно ценится эта культура. Хорошо. А какие у тебя любимые? Много у тебя избишек, правильно? Ну или немного? Избишек, ну вот здесь все. Самые мои прям вообще, вот, которые я обожаю, это тоже кактус-джеки. Обожаю их тоже. Ну вот видно, вот надел и все. Надел и все. Еще розовые шнурочки сюда вставил. Ты их тоже не надевал? Ни разу. Че, как в коробке, они мне как приехали, мне все... Сначала мне их жалко, потом... Ты их тоже за бешеные бабки покупал? Или помогли? Эти я брал, видимо, сам. Да, тут Stadium Goods, это американская история. Mm-hmm. Эти я брал. А, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, пожалуйста, Марине и Яне Анатольевне. Яна, привет. И они сейчас, эти как бы... Их выпустили много пар. Да. Они дорогие, но... А этих выпустили ограниченное количество. И они больше ценятся, хотя они вышли вторыми. И они больше ценятся. Это моя любовь тоже. Они могут под костюм можно надеть. Под все, что... На свадьбу, на все, что хочешь. Тоже не надевал? А нет, конечно. Все как лежало. Ты мне за кадром сказал, что любимая обувь на лето у тебя? Шлепки. Шлепки. Изиски, да. Они самые удобные. Все, вот что здесь, это так. Просто для души. Этого... Для души. Было не надето. Это вот зачем? Это... А вот это зачем ты купил? Это сын принес. Да, стреляли в пацана, теперь она снова будет. Может, кстати, тоже в цене вырастет. Да. Будет Трамп 2024. Вот эти я обожаю. Ну, это прям, это не знаю, это музейный экспонат. Ну, это музейный экспонат, да. Мороженки. Мороженки, да, которые... С коробочкой. Их я брал задорого. 100 тысяч была пара. Слушай, ну, я не знаю, можно ли задавать такой вопрос. А есть вот нелюбимая пара? Что-то купил и думаешь, зачем я ее купил? Сейчас мы дойдем до этого. И вот эти тоже музейные экспонаты. Нет, слушай. Эти прям... Почему они на виду стоят? Не знаю, я что-то... Они все в коробках лежали, да. Да нет, я сюда еще доделаю пару полок, вот так вот. Угу. И поставлю, конечно, чтобы они стояли. Это да. Вот мне интересно, расскажи вот про вот эту модель, пожалуйста. Как тут Джеки? Сюда что, клал что-нибудь? Не, я знаешь, что делал? Я один раз после тренировки вышел, мне надо было шампунь положить. Настолько ты. Если здесь... там сейчас будет шампунь, это... Да. И здесь, короче, есть пакет. Сумка. Ну, она как бы, наверное, под них идет. Оп. Слушай, я не знал вообще, что такое существует. Я тоже не знал, я думал, что это за карман. И потом... Баскетбольные изи есть. И в них я ходил. Ходил или играл? И я пробовал в них тренироваться, но не то пальто. Они же не, ну, на него очень плохо держат. Ну, смотри, я бы даже сказал, что вообще не, они, не в пальто они. Да, они чисто плащ. Вообще, Ник Янг играл в изиках, но он прямо играл в каких-то не баскетбольных даже. Не, вообще, надо посмотреть на страницу PG Tucker, откройте, вот на кого вот прям есть, ну, не равнение, тяжело сказать, но вот кто еще, из-за чего я, может быть, подсел, все на него смотрел в этом странице, он переиграл же во всем, вообще во всем. Да. И в этих он играл, как они.
Фировгадах? В Фировгадах играл, выкладывал. И в этом он играл, и в Изиках он, по-моему, играл, и все. Друзья, летнее время перевалило за середину, но все еще есть шанс приобрести себе крутые кроссы. И поэтому я сегодня заглянул к моим друзьям из Кинош Спорт. Смотрите, какая топовая локация напротив стадион «Динамо», рядом метро. Запоминайте адрес: Петровско-Разумовская аллея, 10, корпус 1. Киношпорт, красавцы, расширяются, еще больше ассортимента, поэтому заглянем сейчас к ним и подберем мне новую пару кроссовок. Погнали! Мы внутри, огромный магазин, есть, конечно же, кондиционер, куда без него. И так же, как и в предыдущем магазине на Автозаводской, магаз разбит на части, на волейбол, баскетбол, посмотрите, сколько всего, теннис, бег. И сейчас я попросил у продавцов принести мне все 13 размеры баскетбольных кроссовок, посмотрим, какой большой ассортимент, я обязательно все примерю и выберу себе крутую пару. Продавцы вынесли мне больше 10 пар в моем размере. Сейчас померим и выберем себе наконец-то пару. Друзья, и вы, наверное, могли догадаться, какие кроссовки я выберу. Это Лебрончики Витасы 7. Какой нежный цвет и какие они комфортные. Приезжаем сюда, недалеко от метро Петровский парк. Я прошел 2 минуты и уже был здесь. В центре города, считай. Здесь большой выбор крутых кроссовок. От таких вот Лебронов попроще и до Янисов вместе с Санта и Ленинг от Уэйда. Слушай, ну а ты готов был бы сыграть в ретро-модели? В четверках? Легко. Легко? Легко вообще. Я в четверках на Ришке играл. Вот самая моя любимая модель, может, теперь я тоже покрасуюсь чужими кроссовками, вот это. Mm-hmm. Они, ну, это как бы оригинал Гангстерс. Я по таких играл, вообще просто пушка четвертая. Проблема, их не тяжелые, они такие. Ну вот поэтому я тебя и спрашиваю, а готов ли ты сыграть такие? Ну и попробовать утреннюю потренироваться, и первую половину можно будет сыграть. Ну да, а потом, когда тренер скажет, да это все из-за твоих кроссовок. Я пойду поменяю. Ну вот в эти вот у меня, видишь, какие любимые, я в них очень много ходил. Тоже, по-моему, была одна из первых. Угу. Они такие уже подуставшие. Ну ничего, зато белые. Вот белая обувь, она под лицу, все к лицу. К лицу, это да. Да, хорошо. Кстати, прикольная была коллаборация, по-моему, с Тимберлейком. С Джастином, получается. Да. Вот эти ничего такие. Ну, их не носил тоже. Я тебе вот эту тоже пару загадал, насколько она будет стоить. Не помню, не знаю, честно. Хорошо. 14 тысяч, сколько она стоит, даже представить себе не могу. Вот эти красивые. Эти красивые. Я пробовал. Цвета какой-то команды, в которой ты будешь играть. Не, я пробовал на 19 году на чемпионате мира. И у меня жена позже приезжала, и они только вышли. Ой, по-моему, тоже Китай. Да. Они под этот же чемпионат мира вроде делали. И я в них потренировался перед игрой, хотел, думал, одену, но... Деревяшечки. Деревяшки деревяшечками. Но они красивые. Зато. Я красивые. Вот эту тебе тоже пару загадал. Вот это вообще реликвия. Эти ты смотрел фильм? He Got Game, его игра. Дензел Вашингтон, типа, выходит из тюрьмы, у него сын уже перспективный на драфт выставляется, и вот он... Без рубля в кармане, как-то накопил, украл бабки, наделал вот эти и пришел с ним один на один играть. Вот эти мне тоже нравятся. Вот в них можно попробовать, потому что они мягенькие. У них есть мягкость, да. И у меня как раз есть вот такие высокие, есть вон там еще низкие. Давай эту штуку вот уберем, эти? Да и все. Это моя приставочка переносная. PlayStation положил, раскрыл, а тут телевизор. На сборы поедете, тоже будешь вызывать деловые линии? Ты вообще любитель низкой обуви, да? Да, я больше полюбить, ну, всем, в чем играть, это низкое, я не могу высокие. Ну и вот в эти беленькие. Они прям легенькие, мягенькие. Самая необычная обувь, это вот это вот. Это прям. Это Париж? Да, это, по-моему, парижский, да, 54. Да, есть такой турнир, и Джордан, официальный спонсор Kawhi 54, и они такие вот... Создали кроссовки. Ну там целая линейка была. А вот еще. Слушай, ну это вот это прям стиль PG Tucker. Да, если ты прям... в них вылетишь,
А мне кажется, ребята, Единая Лига ВТБ, создайте, пожалуйста, номинацию «Сникер Кинг Единой Лиги ВТБ». Долго выбирать не придется. Это же тоже, по-моему, четверки. Это эти мои любимые. Вот эти я носил. Вот часто. Эти любимые четверки. Это коллаборация тоже с Union. Но почему ты не показываешь самый сок? А, эти? Я все себя что-то мне зря не подарили только детям. Вот это просто. Что собираюсь? Что скажешь? Что скажешь по ним? Собираюсь куда-то, а дети что-то думают, так вот тоже хер. Просто, ребят. Они еще, это же тоже навьё. Конечно. Кажется, даже если бы они носились, я бы так понюхал, все равно сказал. Вот, это двоечки, да? Да. Есть, оказывается. Но эти вообще прям новые, эти я не носил. Я вот, кстати, таких не видел, а вот такие своему другу Владиславу Шурупову, который гонится в мечтах, во снах за Андреем Зурковым, такие я пробил ему. Можно, да, достать? Да, конечно. Эти я ходил, один раз одевал куда-то. Да? А нет, не одевал. А, вот эти, значит, я черные одевал, эти я не одевал. Ребят, вот это тоже, смотрите, прозрачные, как будто бы так и сделано. Ну, так и сделано, но стиль это все. Переходим на баскетбольную историю. Подожди, давай это покажем. Я просто купил чисто из-за коробки. Мне просто было интересно. Ты же не про Nike Adapt? Нет. Ты кому купил, себе или детям? Себе купил. Я же еще, блин, ребенок в душе. И вот они. Ну, я, понятно, бы такое, может быть, и никогда бы не одел. Ну, хотя почему? Так легко. Слушай, вообще. Нет. Эти. Вот эти можно одеть под джинсики. Да, хорошие. Приятненькие на ощупь. Том и Джерри. И у них тут... мерч. Да, была сразу в комплекте что-то. Если ты одел... Нормально, нормально. Так. Андрюх, вот давай быстренько. Вот мне кажется, вот эта пара, по которой ты пожалел. Ну, не могу сказать, что пожалел. Было интересно... Он сделал так. Да, было интересно попробовать, что это вообще такое. Ну и как бы, почему бы не оставить ее в коллекции? Слушай, я в них пробовал тренироваться, вот, это прикольно было, ты нажал, он там... Ага. И мне тоже, мне Nike их подарили, прислали, сделали тест. Я тест сделал, но уже начал понимать, что тут не так. Ну, пошел тренироваться, латеральные приставные делаю, и у меня галик просто кладется. Я тебе еще покажу это еще. Это только самые первые, они же потом выпустили вторые. Да. Вот там они стоят. Да, ребят, это напишите в комментариях, что это за пара. Сама завязывается. Uh-huh. Вот они, кобики мои любимые. Их, конечно, с каждым годом становится все меньше и меньше. У тебя или вообще? Ну, их нет. Вообще их сейчас начали перевыпускать. Да, все круто. Я смотрю, что можно все достать в Америке. Да. Любимая пара кобиков? Пятерки. 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 Прям это вообще. Это что-то с чем-то. Самое удобное. Я их даже вот все новые одеваю. Мне не надо не тренироваться. Надо ты в них пошел сразу же и все. Четверки. Ну, за эту я сколько? За этот год я три пары выкинул, получается. Ну, эти, это с андерфитом, которые они делали. В них я пробовал играть, они немножко такие подуставшие. Даже не уставшие, одну игру я в них сыграл. Но они тоже их одел и попер. Вот мне все интересно, что это за пара. Мне их подарили на день рождения лет 8 тому назад. Я пытался, я не знаю, как написать Коби Змеи, Коби еще что-то. Потому что ты покалечишь кого-нибудь 100%, когда будешь играть. Получается, надо надевать. Получается, можно попробовать. Они, кстати, удобные. Эти, это шестая модель, по-моему. Нет, по-моему, седьмая. Ну, или седьмая. Шестая, это вот эти. А, шестые, да, это вот эти. Вот эти тоже мы... прекрасно. Друзья, поставьте лайк, если увидите, что Виктор Пир разбирается в кроссовках. Вот эти. Слушай, я в них был на Олдстаре. И вот Хворачи 2К4 были 2К5. Да. 2К5 у меня еще были, когда я переехал только в Краснодар. Ну, у меня тоже было. Было вообще, это прям было... Я сейчас пытаюсь на этом, на eBay найти. Есть. Но все уже то ли поношенное, то еще что-то. Но вот эти прям эти... За $100 эти, покупал. Эти как будто бы, вот знаешь, надел как будто и слился них, с ними. Да, родился, слился и с ними. Все, да, и такая пошел. Форма еще просто они офигеть. Они прям вообще бомбовские. Это холодильник у меня. Холодильник. Хорошо. Xbox. Ну там нет ничего. Был... Пока еще, говорю, сейчас жить начну, и здесь все будет организовано прекрасно. Так, ну это вот мой любимый игрок. Да, это... Но у тебя что-то сколько пар? Ну это все. Это все. Ну, в этих играть невозможно. Рвутся шнурки. Да. Я вот в этих хочу попробовать. А, у меня есть такие, только бело-синие. Да, но... это такие одни из самых первых были. Черно-красные были и бело-синие. Да, типа расцветка Америки. Это такой понт хороший.
Самые удобные леброны, друзья, напишите в комментариях, какие у вас были. Это 15-е, которые, знаешь, как чехлы были такие, надеваешь из ткани, из такой, как... Да, все, я понял, нит, я вспомнил. Нит, как это. Да. Были очень удобные. Ну и вот последнее, то, что леброн сделали, это все то, что низкое, похоже на Коби, это 20-е, вот, я хочу 21-е, попробовать взять. Они очень удобные. Что-то, да. А ты в них не играл? Ни разу. Я обувь себе не покупал уже года 2, наверное, для игр. У меня все, что есть еще, все пытаюсь доиграть. Поверьте ему. А здесь мне они напоминают четверки джордановские. Я даже не знаю, что там. Друзья, если вы еще не написали в комментариях, что там, напишите. Пакетики делали специально под каждые именные. Мне вот они реально напоминают четверки. Вау. Ну... Ну это без отсылки к баскетболу, это просто Луи Виттон. Луи были вот такие. Слушай, ну как будто слезали просто с четверок. Вообще, вот эти вот штучки, все как у, да. Все как у четверок. Диоры там обычные, как конверсы суперстары. А. Вот то же самое, только Диор прозрачные, которые. Ну не Джорданы? Не. А у тебя есть Джорданы, Диоры? Я хотел, было предложение. Мне жалко переплачивать за них такую сумму. Если мне предложили, как они вышли в магазинах по 2000 евро, это другой разговор. А сейчас они миллион, да, стоят? $10 000, да, я находил свой размер. Там у тебя есть еще кайришки. Там все, там вся игровая история. В чем я сейчас буду играть? Например, вот это, когда еще работал Nike ID, да. Я собирал себе 4 пары таких под химки, а это все грелил, может, думаю, в ЦСКА подпишу. Босс, это... Может, Матутину подарить? Да, вот, я кстати. Я думал, кстати, об этом, да. А ты их не носил? Не, это все новое. Слушай, ну у него как раз 14 размер. Да, как раз здесь у него, вон, Z, босс. Все. Все. А это, думал, в Лейкерс подпишу. Ну, кстати, по нынешней политике Лейкерс ты можешь, кстати, подписаться. Да, да. Можем попробовать. Вот эти я очень любил. Это Дюрант. Да, и тоже, когда еще на ИКД работал, можно было спокойно ты все, что хочешь себе сделать. На Даймбаум у меня есть. Немножечко подустали. По расцветке попадем. Ну, только вот это, лок написано. Ну, мы замажем. Если мы сейчас, мы в Ватутину переделаем кроссовки. А эти были эти... PlayStation. Да. Здесь нажимаешь, может, батарейка уже села. Они раньше светили, здесь есть кнопка, здесь загорался значок. Ну, тут видно, что любовь только к одному игроку все-таки. Кому? Коби. У тебя первые наверху. Вот что я и хочу с тобой разыграть. Эти можем раскидать. Ну, все, залетает в нашу корзину, да. Сейчас мы потом придумаем условия. Да, надо придумать что-нибудь. Да. Вот в этих ты на рыбалку, да, ездишь? В этих? Да. Да не, я все жду, когда снега много будет. Мне просто тяжело было в Питер везти. Я их тут оставил жить. Вот эти, помнишь? Это знаешь, чьи именные кроссовки? Твоего любимого игрока, Виктора Хряпы. Он только в них играл. Только в них играл. Но только в черных. Я думал, Витя, у тебя столько... Как они? ББ вторые. Типа. Да, ББ первые были с большим Найком здесь. ББ первые это самый был прорыв вообще. Они были очень удобные. Эти такие уже они были. Чуть-чуть. Я вот сейчас них попробовал года 2 назад. А это все, думаю, если в гольф буду играть. Слушай, кстати, сейчас стартует медиа-гольф. Ты не хочешь залететь? Не знаю, если меня возьмут туда. Но я не умею так в него играть. А какая разница? Ты просто бить его там в лунку надо, да и все. Ну, вот это 103, какие у меня специально для гольфа. Вот это вот все. Слушай, ну давай закинем заявочку. Ворвусь туда. Ворвемся. Вот эти топ. Эти прям. Нет, это первая любовь вообще. Черные были, бело-красные. Это прям вообще это. Это Коби троечки. Вафли, так называемые. В них я тоже могу попробовать. У меня есть еще все карики. Помнишь, у них была Спанч Боба? Да. Начнем со Спанч Боба. Зачем играть в них, конечно? Пусть стоят. Полку им отдельную сделать. Патрики. Сейчас мы до туда доберемся, покажу. А, вот, мистер Крабсы. Вот в них я еще буду играть. Вот, попали в цвет. Да, в них прям попали. Я в них уже пробовал, удобно, мне понравилось. Ну, слоу как раз и выйдешь. И отдашь дань. Согласен, мистер Крабс. Если ты видишь, его так называешь. А это мне делали специально. Хорошо. Ты вообще как по кастомным историям? Нравится? Интересно. Да? Мне нравится. Покажу, мне наверху есть Air Force первые.
Они лувитоновые ставки сделали. Mm-hmm. Очень красивая идея. История. Я в них часто хожу, когда могу под джинсы одеть, куда-то на мероприятие сходить. Мне очень нравится. Ну и эти прикольные темы. Я в них одну игру играл, когда мы суперкубок проиграли. А. Не забыл, да, не выиграли. Очень я в Америке был. Мне понравилось. Назовем их лабутены. Красная подошва, наверное. Ой-ой-ой. Эти еще не одевал. Ну, будет мероприятие, обязательно куда-нибудь одену. Слушай, в МБА любят мероприятия, ты знаешь? Не. Любят? Да. Так я там самый красивый, наверное, был. Так, а это что? Это оффвайты пошли? Да. Надевал? Эти нет. Сколько пар у тебя? Было больше 300, что-то сносилось, убрал. Ну, около 300 подходит, 100%. У ведущего ЦСКА на матчах Макс Дистюк, ты знаешь? Ну, видел его. Он больной. Я говорю, я скоро к Андрюхе Зубкову пойду записывать про кроссовки. Он говорит, у меня больше. Ну, может, я бы только рад за него, чем. А мы, может, к нему и нагрянем? Ну, надо посмотреть, можем сходить, что, да. Смотря что по эксклюзивности. Больше-то я могу вообще все скупить, да. Смотря что есть интересное и эксклюзивное. Еще от этого больше зависит. Вот так вот. А эти надевал, да? Эти надевал, эти я ездил на плей-офф, мы играли с Барсой. Да, Макс, мы бросили тебе вызов по эксклюзивности. Если нас не побьешь, то с тебя тоже розыгрыш кроссовок. Извини, братик. Я даже не знаю, что вообще-то, честно. Вот мы сейчас и разберемся как раз. Это что? Вот это хорошо. А, ну это ретро. Завалялось такие. Надо найти для них полочку какую-нибудь, наверное, сложить их будет. Завалялось, да. Вот как, это, наверное, как... все любят такие, да? Да, конечно, да. Слушай, какая самая эксклюзивная пара? Ну, наверное, то, что вот в коробках было. И Off-White, и Travis Scott. Да. Это, я думаю, самый такой прям эксклюзив. Ну, а то, что ты показываешь Лабутены и Луи Виттоны, это не так, да? Все? Ну, я не думаю, что если сникерхедовскую историю брать, да, что кто-то считает. Если бы они считали, это был Луи Виттон Найк, это другой вопрос. Да. Пытался, я выдавал заявку, но не выиграл. А это когда цвет настроения оранжевый. Это что такое вообще? Это Гуччи. Извините. Это Виталий Валерьевич. Это Виталий Валерьевич, можно будет, кстати, да, набрать и спросить, есть у него такие. Кайри, эти. Как его зовут? Сквидварды. По мультикам ты, да? Да. Видно отец. Я люблю Симпсона. Видно отец. А это что такое? А, это низкий. Тоже завалялись, да? Тоже завалялись. Ребят, 500 лайков под этим видео и делаем вместе с вами дополнительные полки для Андрея Зубкова. О, нормальная тема, кстати, не хватает. Ребят, тут надо. Друзья, я для Андрюхи приготовил несколько интерактивов. Так как он сейчас нам рассказывал про свои пары, мне кажется, он выбьет все 5 из 5. Первый, Андрюха завязывает глаза, я ему подношу пары, и он должен на ощупь отгадать, что это за пара. Первая пара, мне кажется, будет легко. Ну, Adidas видно, да? Не, у меня нет Adidas. А как, Изит не Adidas? Мюзики легко определить это. Вот, уже. Да, поэтому мы не стали это делать. Очень интересный вопрос. Я думал, что это будет легко, но по весу что-то тяжелое. Так. Надо найти свуш, где он. Вот. А, это Толеброны. Какие? Черные, которые у меня или бело-золотые. Я по подушке понял. Ага. Я не помню именно какая это по номеру была. Ну, седьмые. Ну, может быть, седьмые. Да? Ну, точно Леброн. Ну, подглядывай, ладно уже. Хорош. Надо было поэтому сразу понять. Да. Один из одного. Вот это. Почему хочешь определить сразу? Какой материал. Угу. Тут можно понять по значку. Нет, тут не понять по значку. Так, по высоте тоже не понять. Блин, я такие достаточно сложные пары тебе загадал. Ну да, это очень интересно. По высоте одинаково, что-то упало у кого-то. Да это у меня. Джорданы? Так, вот какие надо отгадать. Да, у них есть одна отличительная черта, это подошва. Когда они вышли, Джордан все время на скамейке сидел, к нему подходили, когда он показывал эту подошву. Подошва именно, подошва орнамент такой здесь. Угу. Точно, да. Точно не 11-й. Нет. Точно не первый. Нет. Точно не четверки. Нет. 13-й.
Не. Нет? Нет. Могу смотреть? Да, подглядывай. 50-й. Фу, точно, и все его эти достижения, которые были написаны. Да. Ребята, как? Она просто, я ее не хотел брать, она просто... Она тебя просила, она стояла. Да, на глаза вот так попалась, это сложно. Так, это не угадали. Хорошо. Давай вот это. Ой-ой-ой, этого я не увидел. Трэвис Скотт. А модель? Нет, не скажу. Точно помню, что это Трэвис Скотт, он там стоит. Ага. Но модель я не помню как. Ну вот по подошве же ты можешь понять? Да нет, не помню, что. Нет, ну поэтому вот. По какому? Поэтому? Нет, вот. Айрма. Все, хорош. Браво. Да, Айрма, кстати. Ой, ну Виктор Пи подтащил. Да. Хорошо. Так, дальше. Давай вот эти. Мы с тобой. А, это эти 11-й Джордан. Да, респектом отдельные сделали. Белый или черный. Ну, я под ним мог определить. Еще бы нет, если ты еще определишь. Цвет определил. Так, слушай, ты так хорошо идешь, что надо поменять пару. Вот я вижу здесь. Мы вот это возьмем. Давай, последняя пара. Потому что здесь бы без вариантов он выиграл. Понятно, что это Джордан. Вот эти значки на новых кроссовках, конечно, у него новое все, он все понимает. Очень... Они у меня были серебристые. Еще какие-то. Так. Ну, я, честно, не помню эту модель. Ну, я цифры, и хоть и не... Хоть и сникерхед, но не глубокий. Какое вранье, ребят. А каждый парень рассказал нам историю. Ну, давай. Цифры, я сейчас пальцем могу только в небо тыкнуть. До 10? Да. 7? И, вот я сам не знаю, посмотри, какая это. Паттайка-то. Я не помню эту цифру. Вот хоть убей. Хоть убей меня. Ой, ну это 7-е или 6-е? Не, все. Слушай, ну ты не отгадал, только получается... Вот эти вот, да. Вот. И вот с этими были проблемы. Ну, с этими были проблемы, потому что мы сами не знаем, что это такое. Ну, я хотел тебе и это, но ты бы сразу угадал. Ну, то, что эти четверки, да. Вот поэтому можно было бы сразу, да, понять. Да. Слушай, ну ты справился. 4 из 5. Друзья, второй интерактив. Первый ты прям с честью прошел. Сейчас я вот начал его готовить, и я понимаю, что тебе будет очень тяжело. Твои любимые пары. Коби, Брюс Ли. Пятерки. Хорошо. Найки. Варачи 2К4. Хорошо. Джорданы 12. Джим Ред. Подсмотрел. Потом единички. Трэвис Скотт. Ретро. OG. И тринашки. Хигат Геймы. И ты должен разложить эти суммы к кроссовкам и посмотрим, сколько ты попадешь. Хорошо? Здесь у нас есть 136 тысяч рублей, 69 тысяч рублей, 110 тысяч рублей, 42 тысячи и 114 тысяч рублей. Давай. Самое дорогое. А я думал 420. Ничего себе. Это сюда. Интересно. Это вот сюда. Угу. 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 Стало намного интереснее. Тут я, честно, буду пальцем в небо. Ну, ты думаешь, что они сейчас мало так стоят? Думаю, что да. У меня Окей. Почему-то такое чувство есть. Угу. Ну, кубики. Ну, ты их за сколько брал, кстати? $100. Угу. На тот момент был в Америке и заказал их с eBay. Ты думаешь, они сейчас не выросли в стоянии? Ну, потому что вот настолько вот и выросли. Хорошо. Ладно, дадим им вот так. Так. Тут мы дадим вот так, а тут мы дадим вот так. Ну что, начинаем проверять? Давай. По Трэвисам. Все верно, ты угадал. Сейчас они твоего размера стоят 136 тысяч рублей. Дальше, Хигот Геймы, вот эти вот. Они стоят... Правильно? Правильно. 42 тысячи рублей. Mm-hmm. Ты не угадал. Потом, Кобики стоят... Все верно, ты угадал, 110 тысяч рублей. Потом у нас шли Хуарачи. Я не зря тебя спрашивал, ты уверен в этом? Они стоят 114 тысяч рублей, и Джим Реда стоит 69 тысяч рублей. Чего себе в жизни бы не подумал. Как? Жалко, а у меня коробки не было. Ты
Ты задумался, да? Я задумался, что ничего себе. Можно подзаработать. Я в них тогда и играть не буду, пусть стоят пока еще. Хорошо, получается, ты не отгадал три ошибки. Ну, главное, что ты любишь эти пары. Да, конечно. И не важно. Не важно, сколько они. Главное, мы знаем, сколько стоит самая дорогая пара. Ну, и хорошо, что мы узнали, что вот эти великие кроссы сейчас стоят больше 100 тысяч рублей. Поэтому, ребят, Андрюха, молодец. Итак, спасибо тебе. Ну и розыгрыш. Андрей обещал разыграть эти кроссовки. Это Nike Kobe единички. Вторые. Нет, вторые были другие единички. Это первые самые Kobe, да. Виктор Пи все еще на плаву. Мы их разыгрываем. Будет пост в Телеграме во время, как выйдет этот выпуск. Вам нужно будет подписаться на соцсети Андрея Зубкова и на мой Телеграм-канал. Все прикреплю, все разыграем, рандом-бот определит. Это 14 размер, вы можете поставить себе на полку, вы можете перепродать, а вы можете играть. Да, вдруг кому-то повезет. Да, вдруг кому-то повезет с этим размером, поэтому крутой лот, и вам нужно обязательно участвовать. Поехали, нажимаем, участвуем. Друзья, я еще не выиграл, но этот выпуск подходит к концу. Андрей, спасибо тебе большое за время уделенное. Я надеюсь, ты все рассказал, о чем хотел. Да, вроде все, вообще все, что можно было. А если этот выпуск набирает больше 500 лайков, то мы реально сделаем такую рубрику и будем ходить и снимать коллекции баскетболистам, вот таким ведущим из ЦСКА, как Максима, который бросает тоже вызовы. К Элвану можем сходить. К Элвану можем сходить. Но там будет несколько частей выпуска. И да, ребята, собираем лайки, комментируем. Андрей, спасибо. Тебе спасибо. Да. Рад был видеть. Пишем и идем к вам в гости.